Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередная монеточка, выиграна мной на аукционе. Сейчас мы с вами ее откроем и посмотрим, что же у нас там пришло. Хорошо запаковано, продукту респект, монетка в капсуле. Так, и у нас здесь российская монетка. Вот. Банк России, 3 рубля, 92 года, международный год космоса. Такая вот у нас монетка. Монетка довольно такая интересненькая. Вот. Что же нам можно рассказать про монетку? Номинал монетки у нас 3 рубля. Здесь написано, видно. Вот. Три рубля. Год у нас 1992. Дата выпуска 92 год. Нормативная масса 14,35 грамма. Сейчас, кстати, проверим. Капсулы будет больше. Монетный двор ММД. Нормативный диаметр 33, нормативная толщина 2,3 мм, тираж 1 миллион. Тираж довольно-таки большой. Вот. Ну и каталожная цена данной монеты у нас составляет 160 гривен. Вот. Монетка вводилась в обиходе в запайке. Если уже достали, вложили в капсулу. Вот. Описание монеты. 3 рубля. На аверсе монеты. Вот. У нас изображен собор Василия Блаженного. Покровский собор в Москве. Вот. Под ним справа знак Московского монетного двора. Стилизованные буквы ММД. Тут мелкие видно. Вот. Наверху слева эмблема Банка России. Двуглавый орел с опущенными крыльями. Слева вдоль канта полукругом надпись Банк. Справа также вдоль канта России. В нижней части поля монеты указан номинал 2 строки 3 рубля. Поднимем мелкий. Мелкого вот чекана. 1992 год. Вот. На реверсе монеты стилизованное изображение созвездия Девы. Вот. На фоне звезд и планеты Земля. 4 октября был запущен первый искусственный спутник Земли, когда Солнце находилось в этом созвездии. Вот так вот. По окружности надпись «Международный год космоса». Начало и конце надписи разделены 8 конечными звездами. Вот такая вот красивая у нас монетка. На аверсе монеты имеется выступающий по окружности кант. Так. Дата выпуска у нас 9 апреля 92 года. Общий тираж 1 миллион. Из них 400 тысяч качество про и 600 тысяч качество бай. По решению ООН в 1992 году был объявлен Международным годом космоса. Тогда
отмечалось 35 лет на начало освоения космического пространства. 4 октября 1957 СССР осуществил запуск первого в мире искусственного спутника. Также важными датами в истории развития космоса считается 12 апреля 1961 полет человека по орбите Земли, 16 июня 1963 первый полет женщины, 18 марта 1965 первый выход в открытый космос, 21 июня 1969 высадка человека на Луну, запуск станции МИР и запуск станции МКС. Такая у нас монетка. Поэтому у нас монетка вот не пруф, а, как говорится, глянцевая. Вот. Такая вот монетка. Есть большая серия, кстати. Вот из этой, вот, 3 рубля, так что, возможно, если получится, может, еще что-то приобрету себе в коллекцию. Вот, монетки довольно-таки интересненькие, вот. Будем вам показывать, что же у нас тут еще будет интересно. На этом будем заканчивать наш короткий обзорчик. Посылочкой с монеточкой. Всем, кто не подписался, подписывайтесь. Вот. Пишите комментарии. До новых встреч на моем YouTube канале. Всем пока.